Друзья, всем привет! У меня на руках Huawei P9, не Lite, не Plus и так далее. Это стандартная версия P9 с тремя оперативами, 32 памяти, Hill Silicon 955 процессор. Значит, в сегодняшнем видео я вам покажу, как установить root-права на данный девайс. Прежде всего, вам нужно разблокировать загрузчик, иначе с телефоном ничего сделать нельзя. Как это сделать? У меня под этим видео будет ссылочка, самая первая. Переходите по ней и следуйте инструкциям. Хочу отметить только то, что перед тем, как разблокировать загрузчик, зайдите о телефоны, тапаете на номер сборки несколько раз, где-то раза, может, 8. Затем у вас появится в настройках меню для разработчиков. Заходите сюда, и здесь у вас по стандарту не будет галочки «Заводская разблокировка». Мы разрешаем. Нажимаем «Включить». И затем делаем все манипуляции, иначе у вас ничего не получится. Итак, допустим, вы разблокировали загрузчик. Что нужно дальше делать? Дальше будет ссылка, опять же под видео, на облако Mailer со всеми файлами, которые вам нужны будут. А именно вам нужно будет ABD и файл SuperSU. Друзья, файл SuperSU сразу же вставляем в телефон обычную флеш-карту, подключаем к компьютеру и закидываем файл SuperSU сразу же на флешку. И про него можно забыть. Вот с этой ссылки на облако скачивайте первые два файла. Вот этот файл SuperSU мы скинули на флешку. А ABD распаковываем. После распаковки у вас получится вот такая папка. Заходим, убеждаемся, что здесь наш recovery есть, TWRP. Я все манипуляции уже сделал. У меня root-права уже стоят, поэтому я еще раз это делать не буду. Вот. Я вам просто покажу, как делать. После того, как все сделаете, у вас также в меню здесь в конце появится SuperSU программка. Зайдете, нажимаете «Нет, спасибо» и все. То есть оценить нас будет просить программа. Вы нажимаете «Нет, спасибо». И все, у вас будут root-права. Значит, итак, вам нужно будет выключить телефон и зайти в режим Fastboot. Как это делается? Зажимается кнопка уменьшения громкости, удерживаем ее, не опуская, подключаем телефон к компьютеру. Сейчас я вам этот режим покажу. Так, вот я зажимаю кнопку уменьшения громкости и держу. Одной рукой, второй я подключаю телефон к компьютеру. И все, у нас появился режим Fastboot. Здесь, как мы видим, написано Unlocked и Unlocked. То есть у меня загрузчик разблокирован. Затем нажимаем один раз на папку ABD. Левой рукой зажимаем кнопку Shift на компьютере. Правой рукой нажимаем на кнопку мыши правую. И выбираем «Открыть окно команд». Первая команда — это Fastboot Flash Recovery и название TWRP. После того, как вы это ввели, нажимаете Enter. Вот, пробегут строчки всякие. Затем вводите команду Fastboot Reboot. И нажимаете Enter. Телефон перезагрузится. И потом запустится. И у вас будет TWRP Recovery. Сейчас у меня написано Waiting for Device, потому что я не подключил телефон. У вас будет абсолютно все по-другому.
Все, после того, как это сделали, скажу то, что для вашего удобства вот эти вот две команды, я их под видео обязательно пропишу. Вы просто скопируете и вставите в окно команд. Так будет быстрее и удобнее. Теперь вам нужно будет зайти в режим Recovery, чтобы прошить наш файл SuperSU, и у нас будут, собственно, root права. Для этого мы выключаем телефон. Опять же, я делать не буду, я вам просто покажу. Зажимаем кнопку увеличения громкости и кнопку включения-выключения. Зажимаем одновременно. После того, как телефон завибрирует, опускаем кнопку включения-выключения, но держим кнопку увеличения громкости. Итак, поехали. Все, можно опустить. Вот эта ошибка, это из-за того, что у меня разлочен бутлодер, то есть загрузчик. На это можно не обращать внимания. Вот наш TVRP. Recovery. При первом входе просит пароль, мы просто нажимаем сюда, делаем свайп и все. Заходим далее в Install. Поскольку у нас root права на нашей microSD карте, то выбираем память, select storage и выбираем microSD. Нажимаем ОК. Все, вот наш бета суперсу файл. Нажимаем на нее. Здесь, чтобы не было никаких галочек. И тянем свайп. Делаем свайп. Будут там какие-то красные строчки красными буквами, да. На это ничего не обращаем внимания. Это все нас не касается. После того, как root права установятся, слева внизу будут вам предложено Wipe Delvic Cache. Нажимаете на нее, делаете Wipe и затем Reboot. Это все будет прям внизу вам предлагаться. Все, после того, как Reboot сделали, телефон переустановится. Ожидаете там буквально немножечко. И все, у вас будут root права, ребятки. Так, вот здесь вот будет программа SuperSU. Все, можно балдеть. Плюс этого метода в том, что помимо root прав у вас еще и будет кастомный recovery, то есть вы можете установить любую кастомную прошивку для вашего устройства и проверять, балдеть, короче, одним словом. То есть это огромный плюс, то, что стоит TVRP Recovery. Все, ребятки, всем спасибо за просмотр. Вроде как все объяснил, все изложил. Кому помог мой метод, ставьте лайк. Кому не помогает, пишите обязательно в комментарии. Я попробую всем помочь, всем ответить. Я всегда читаю комментарии, поэтому без помощи вы не останетесь. Обязательно пишите, если что-то непонятно. Ребятки, не забудьте обязательно подписаться на канал, тем самым вы меня поддержите. Все, всем спасибо за просмотр. Пока.